Николай Левин, бывший пожарный, прослужил в структуре МЧС 29 лет. Все это время жил в квартире, которую ему предоставило ведомство, потому что он официально был признан нуждающимся. И спустя 4 года после того, как вышел на пенсию, узнал, что теперь это жилье он должен освободить. Нам прислали документ о выселении без предоставления жилья. Начали по очереди с каждой семьей. Мы, получается, незаконно проживаем. Проблема в том, что идти семье Левиных некуда. Другой жилплощади у них нет, а судебные приставы и руководители МЧС поторапливают. Ведомственный жилищный фонд сокращается, и на квартиры пенсионеров уже претендуют 40 действующих сотрудников. Таких семей, которые МЧС выселяет на улицу вместе с маленькими детьми, в Саранске 8. И каждая в обиде на бывшего работодателя. Есть послужной список, в котором прописано о том, что он прослужил сотрудником органов внутренних дел. Но, как вот выясняется, по судам он не имеет никаких льгот, потому что он сотрудник МЧС. Так как он уже пенсионер, он не имеет права на получение единовременной социальной выплаты для приобретения жилья. То есть он как бы подпадает под закон о социальных гарантиях военнослужащих, но не может полностью им воспользоваться. Все дело в особом статусе, объясняют в управлении МЧС по Мордовии. Пожарные никогда не считались ни военнослужащими, ни сотрудниками внутренних дел, хотя раньше и входили в структуру МВД. В 2002 году их присоединили к Министерству чрезвычайных ситуаций и оставили без специальных льгот. Теперь у них разные звания, разный цвет погон и разные возможности. Если военнослужащий, например, имеет право после выхода на пенсию жить в ведомственном жилье, то сотрудники МЧС нет. Военнослужащие, они другой статус, у них все другое. И зарплаты даже немножко другие, чем у пожарных. Вот два заместителя вроде как одни задачи выполняют, один по одному направлению, другой по другому. Но один военнослужащий, другой сотрудник. Зарплата отличается, и причем существенно отличается. Вот когда нас объединили, систему гражданской обороны и пожарной охраны, то есть создали МЧС, тогда вот эта путаница произошла, что многие сотрудники думали, что статусы тоже уравнялись. Статусы до сих пор не уравнены и навряд ли не будут уравнены. Скорее всего, военнослужащих в системе МЧС не останется, потому что у нас уже вот в 2003 году здесь в Мордовии было 27 военнослужащих, сейчас осталось 6. Семья Николая Левина уже полгода живет на чемоданах. В любой момент могут прийти судебные приставы и попросить сию минуту покинуть помещение. И это будет законно, потому что пенсионерам МЧС в жалобах уже отказали несколько судов. А за то, что продолжают занимать жилплощадь, они заплатили штраф по 5000 рублей с человека. Очень обидно, очень обидно. Я прослужил 29 лет в этой системе. Отдал всю молодость, жизнь, здоровье этой службе. Надеялся, что меня так государство не кинет на пенсию. И вот я сейчас не знаю, что нам делать, кому обращаться. Мы во все инстанции писали, вот все вот эти документы, ответы, письма. Возможность приобрести другое жилье теперь есть. Они и сам тоже рассказали в суде. Они имеют право принять участие в специальной федеральной программе и получить жилищный сертификат. Собрали документы, теперь ждут. И есть большая вероятность, что деньги они получат, уже будучи совсем бездомными. Людмила Кусерова, Павел Толобаев. Наши новости. Нет, все действует